Подстанция 110 на 10 кВт артиллерийская была введена в эксплуатацию в 1974 году. Сейчас она реконструируется. Два старых трансформатора поменяют на новые. Все за моей спиной. Это уже будет в скором времени архив и документальные кадры. А уже когда при вводе в эксплуатацию подстанции, тут будет совсем другой рельеф и совсем другое оборудование. Без каких-либо неудобств для горожан подстанция продолжает работать даже во время реконструкции. Здесь такой будет новый кабельный канал, в который будет все кабели, отходящие 10 кВт, выходить. Помещение, в котором находится старое закрытое распредустройство, будет снесено. В результате реконструкции оно будет полностью демонтировано, все оборудование здесь, и здание будет снесено полностью. Этим ячейкам порядка 30 лет. Технология, по которой они работают, далека от совершенства. Недостаток такого масляного выключателя в том, что масло горючее у нас. Есть возникновение возгорания. Того мы будем менять данные выключатели на более новые вакуумные выключатели. В соседнем здании новое закрытое распредустройство. В нем 116 ячеек. Это на 32 больше, чем в старом. Почему больше значит лучше, объясняет помощник председателя правления компании Борис Трасован. Наличие сболченных кабелей, тех, о которых мы постоянно говорим, сейчас имеет место быть. После реконструкции такого не будет. У нас будет каждая отходящая кабельная линия иметь свою ячейку. То есть если будет какое-то повреждение на одной кабельной линии, то вторая кабельная линия и потребители, те, которые от нее запитаны, никак не будут страдать. Закончить реконструкцию этой подстанции в «Облэнерго» планируют к концу года, приурочив сдачу объекта ко Дню энергетика 22 декабря. Вадим Шпаченко, Тарас Осипов, Новая Одесса.